Чеховского комитета. Что идеалистическая литература? А потому что в основе того, что пишет Алексеевич, лежит идеал. Человек не должен совершать преступление ни над другим человеком, ни над собственным ребенком, которого он отправляет на войну совершать преступление, не должен совершать преступление перед народом, перед совестью, перед добром и моральным существованием. Вот, там, все. Там есть. А если это специально какой-нибудь, не знаю, Захар Прилепин никогда не получит Нобелевскую премию. Независимо от того, хороший писатель или нет, политически ангажированный писатель премии не получит. Вот вы сказали, что Быков гений. Евтушенко и Бродский тоже гений. С половиной этого утверждения согласен. С другой половиной нет. Догадайся. Принимайте решение, что вы поняли, что. Да, очевидно. Мы поняли. Мы же из Кливленда. Спасибо вам. Слушали, я готов персонально продолжить общение. Сейчас коротенько, сейчас на парочку. Спасибо.